попали, крадется. Голубки, голубка сидит. Ну, не исцельно, больно, под старость. Кость нарастает под крылом. На улице она взлетать не может, на улице вылететь. Вот продержал чуть не месяц. И положение только усугубляется. Все. На моей кровати. Рядышком. Посмотри, что она. Она просилась туда зайти к ним. Друзья у ней там. Ну, пускай она сейчас будет подходить за решеткой. Паля хорошая, Паля. Паля с голубями сидит, никого не трогает. Вот она где. Ну, посмотри, посмотри, лапа имеет, трогает, трогает, знакомиться хочет. Все лезло туда, взял, посадил. Пошла. Володя говорит, проснется инстинкт у нее, она его сапает. Я говорю, да нет, она хорошая. Вот сейчас всем закончим. Голубей обоих захвати. Видишь, как гоняет. С тем она с белым сроднилась, и уже все как. А теперь эти двое вот привыкают к ней. И голубь, и голубка, дикари. Видишь как. И она не трогает их ничего, а лапой поиграть охота. Ну что, полгода еще нету. Вот она как. Та тоже забилась, а вон там сидит как. Она не будет так сидеть. Она желает с ними ближе познакомиться. Видишь, как крадется. Пошла. Лапой задевает. Топ назад. Это интересно как. Вот так приучает их это. Один говорит, а чтоб собака не боялась, как, говорит, она боязливая такая. А ее, говорит, надо в ванной опрокинуть, говорит, и по ванне, говорит, палкой бить сверху. Я, говорит, так сделал, говорит, как отпустила, она как выскочила, и по сей день не найду, говорит, где собака. А это нет. Глядя, лапой-то как. Она не аккуратненько задевает, попроведать. Еще. Но. Ей можно оставаться ночевать с ними. Мышки не тронут семечки-то. А где голуби, семечки, у мыши одна труха остается, все съедают. Ну что, поиграла? Давай я тебе вытащу сюда. Пошли сюда. Ну-ка, подожди. Паля, пошли сюда. Пошли, Паля. Паля, давай сюда. Вот, вылазь. Паля, выходи. Выходи. Ну, давай, выходи, давай. Паля, выходи. Ну, не хочет, значит, ей нравится так. Вот она пошла. Смотри как. А то пришла, сходить надо на двор, открыть не может. Давай. Вот так. Вот она как. О, все. Кошки замечательные, никогда не оправятся. Вон она уже когда подошла вплотную. Опять. Видишь как. Она большая-то какая, смотри. На две четверти почти с хвостом-то. А здесь больше четверти. 25 сантиметров высоту на ногах. Ей полгода будет скоро. Видишь как лапой потихоньку задевает.
Вот отсюда зайди-ка подальше, посмотри, где она как. Вот отсюда, прямо так, чтобы видно было. А видно, видно. Все, вылазить хочешь? Ну давай, вылазь. Ты все время просилась. Давай, привыкай. А как лапой потихоньку. Аня, я их закольцевал. Видишь, пришил красненький на ногах-то. Ну, Паля, вылазь тогда, давай, вылазь. Вылазь, давай. Вылазь, вылазь. Паля, пошли сюда. Сейчас я ей рыбки принесу, чтобы выманать ее надо. Сегодня сочельник, 6 января. Паля, ну-ка давай, Паля, Паля, рыбка вот она где, давай, вот она, давай, вылазь, вот так, давай, иди сюда, иди, хватит их, о, еще тронуть хочет, давай, давай сюда, ну, давай сюда, давай скорее, давай, да, Паля, Паля, вот она, держи, давай, давай, ну-ка, давай, давай скорее, вот она где. Вот она где, рыбку любит, а? Все, ушла. Только, я говорю, вот где Паля? Она на втором, на третьем этаже, где-то там среди узлов, коробок лежит. Я только спросил, где она голову поднимает, я здесь. Потешна такая. Все. Я потерял 50 этих роликов, сейчас все ищу их, не могу найти пока. Так, ну все пока у меня. Все, да? Да. Ну а что больше-то? Еще нет. Плоховато видно это. Тут иконостас, или как сказать, уголок. И туда Паля залезла. А там сверху бывает прогрызает, мыши проходят. Она навострилась и сразу туда бросилась. Это градусник. И не то, что она так это плохо делает. А наоборот, смотри, как она ищет, как залезть туда, на верхнее. По всей вероятности, там зашумели они. Вот видишь, доступа нету. Не смогла залезть. А ведь всего-то полгода котенок маленький был. Вот она. Видите, как не останавливается. Полгода всего. Человек полгода куда годен. И он зато, вот, говорит, специально так долго человек совершенствуется, пока подрастает, чтобы никуда нельзя было запрещь на большую работу. Жеребенок 2 года, это уже все, верхом ездит, а 3 года. А там лежат вербочки, она что-то вербочку решила, лижет, набирается святости нашей православной. Вот она ее смотрит. А дальше только вот осталось еще что, под потолок уже почти залезла. Здесь вот второй у меня этаж здесь. Вот она. Я просто сбоку наблюдаю потихоньку, ей нельзя на кличке назвать, что Паля. Она сразу оттуда прям смотрит и подбегает, как собачонка. У нас сегодня 9 декабря 2017 года. И что-то сильно понравилось ей вербочке. Она на ту пол никогда не залазила. О, с коробками отправлять сегодня надо, Бугуруслан. Тетюшеву. Вот это, 3 новых завета комплекта.
и 13 к Истинному православию. И у меня вот Володя принес книги. Книги эти попали по пожар, и ничего тут не было плохого с ними. Вот. Первые. Вот я ему решил послать так, как в подарок. Вот четвертый том. А слово Божие не туз. Вот это я пошли. Насколько 4 книги, это сохранились. Кубалькина прислала. Вот так. Вроде коробки сейчас будут делать, и пошли. Вот она полазила по там, по иконостасу. Нет еще, вернулась. Вот сейчас только произнесу ее кличку Паля. Какое внимание, сразу бросится и бегом бежать. Сейчас вот я ухожу в другую комнату и крикну я: Паля, Паля, ко мне. Вот она пришла. Паля ко мне пришла. Ну-ка давай. Я сейчас дам рыбки. Давай рыбки. Это молоки их. Вот она какая. Так, тебе оставили, дай чашку, он картошку. Володя, все здесь у нас есть. Володя пока ходил, у нас что здесь? Морковка наваренная, остатки картошки, тут рыба, селедочка, сегодня суббота, тыква и тертая морковка. Мы с Никитой поели, ну и суп. И суп, вот он, с макаронами. Вот тыква у нас еще хранится. Все. Это тут своими делами занимается. Помочь надо Володе сегодня. То все, пока.